Ребят, мы летим на самолете, и вот смотрите, там внизу видно разные поля, домики и так далее, но больше поля. И знаете, вот реально сверху такое ощущение, что там ковры такие постелены. Ребята, мы спускаемся в облака. Смотрите, мы уже совсем рядом с облаками. Вот крыло. А вот облака, они прям рядышком. Сейчас мы спустимся в облака. И ничего не будет видно, только белое. Только белые-белые облака. Еще один слой облаков. Выглядит, как будто бы красивый крем намазали на тортик, а мы по этому тортику плывем. Класс! Итак, мы с моим котиком уже в Санкт-Петербурге. Мы идем по туннелю, сами двери открываются и закрываются. Вот, теперь они уже открылись, мы через них знаем, что прошли. Когда мы будем снова идти, я вам обязательно покажу. Когда мы пришли? Мы пришли в гостиницу, которую мы будем жить. Папа. Вы видели очень странную дверь. Ладно, все, пойдем дальше. А тут что интересно? Тут очень такие вот... Там написано было. Так, ладно. Тань, куда мы идем? В гостиницу. Ты уверена? Да. Просто дома все очень старые уже. Они все такие необычные. Они вот реально как будто бы старые. А это что? Это памятник Екатерины. Кому? Екатерина. Кто такая Екатерина? Зачем ей памятник поставили? Потому что она царица. Чья? Наша. Монгол? Нет. А чья? Русская. Да ты что? Да. А тебе не кажется, что он что-то напоминает? У нас в Краснодаре такой же есть. Да, только поменьше, да? Ага. И там вместо вот этих чуваков казаки сидят вокруг нее. Да. Посмотрите, какие у него красивые колонны. Но как раз на этих колоннах пилястры. Я на носочках. Не боюсь упасть. Пышки? Да. Пышки?
знаете, это по-санкт-петербургски пончики. А что, какие тут еще интересные названия есть, ты знаешь? Что мы нажимаем по... Мы называем по одному, а не по-другому. Так, например, мы называем гречку. Ну, мы называем гречка. А они называют греча. Мы называем курочка, к примеру, они называют кура. Мы называем подъезд, а вот у них парадная. Вот мы живем в гостинице, и мы когда входим в подъезд, у нас там необычная гостиница, когда ходим в подъезд, у нас там парадная. А если ты залезешь на бордюр, знай, это не бордюр, а полебрик. Смешное название, мне нравится. Ну и пончики, пышки, да? Да. Итак, нужен розовый из-за чего? Там девочка тебя потанцовывала. Папа, тут своя тусовка, шпиль Адмиралтейства, Исаакиевский. Танюшка! Все готовятся к завтрашнему празднику Алые паруса. Танюшка танцует на Дворцовой площади.